Вакол света за 5 месяцев британец Ричард Эванс вырашил здесьнить кругосветную вандроку про весь свет на велосипеде. Свой маршрут мужчина проклал про Брест, до речи, город над Богом, один город у Беларуси, где он затримался. Замест хлеба соли, горячий чай и булочка. У роли транспортного сродку досить незвычайный велосипед. У таким вот лежачим становище Ричард Эванс за 8 дн уже намотал амаль 2000 километров с запланованных 30. С худкостью 40 километров у годину он едет до своей заветной мары. Трапить у книгу рекордов Гиннесса и за 5 месяцев объехать земный шар. Ну вот сначала он прислал, что он едет в Беларусь, а потом вдруг я получаю письмо, в котором он пишет, что я очень сильно расстроен, и я вот обижен, и я не попаду в Беларусь. Для меня, он очень хотел посетить Беларусь, для него это было. Ну, я подумал, ну раз человек так хочет Беларусь, почему ему не помочь? Сустречу с брастаучанами Ричард почал с подяки, бо только дякуючи брестским велоаматорам, он вырашил визовое пытание и стал первым англичанином у брестским велоклубе «Ручаёк». Зразумела только после одноголосного голосования. Принимаем товарища? Ура! После непротяглой экскурсии по Бресте Ричард Эванс литерально отчул смак белорусской национальной гостинности. Каждый год велотурист намотывая около 10 тысяч километров. До того, что каждая наступная вандровка становится должайшей за попереднюю, семья привыкла. Сёлетнее подорожжа вокруг свету первое. Сустреча на мяжи гостинность белорусов пересягнула все мои чакания. Это самое лепшее, что меня так сустрели у чужой краине. Я уже доведался про белорусские драники и борщ. Сподяюся, покуль доеду до Гомеля, гэтые почути меня не покинуть. Он отвечает за безопасность движения. Его, вот это в этого его ведения. Значит, и мы думаем, кроме того всего, каким-то образом воспользоваться, может быть, его советами, вот как в Лондоне там достаточно безопасно для велосипедистов. Ну, это может быть не только для сотрудничества между клубами, а может быть и между городами. После шматликих экскурсий, кафе и бани Ричард Эванс планует ехать далее, однако сомневается. Коли гэтак же гостиная его будут сустракать паусюль, то он на урате укладется у свой жорсткий график. Татьяна Болтац, Миколай Ковалёв, областные новины, Брест.